Я вот также начала разбирать, уже разобрал наши вещи летние и зимние, и вижу, что у нас такой беспорядок творится. Поэтому нам нужно еще какие-то приспособления для хранения вещей. Вот три штучки, 39,99, такие как дивайдеры идут. А идет коробка из ткани. Для хранения вещей очень удобно, мне кажется. Тоже 39,48 и на 19, 39,99. Вот побольше. Такой же принцип. Она получается в серединке, как картон. Сверху обтянута тканью. 39,48 на 28, 49,99. Вот чуть другой размер. Крышечка полностью открывается. Не на две части. Здесь получается 33 на 39 на 33, 29,99 с такими ручечками. Такие коробочки идут, три штучки за 59,99, размер 31 на 55 и на 33. Вот, они огромные. Вот такая подвесная вот эта вот полочка на 6 отделений. Размер 35 на 45 на 125, 39,99. Точно такая же она идет, только черная. Вот эти, те, что я до этого показывала, все варианты идут в черном цвете. Вот как выглядят вот эти разделители в сложенном виде. Ну, вы видите, практически места они не занимают. То, что я искала очень давно. Такие же еще пакеты были в Лидле. Эти вот, получается, вакуумные пакеты. 46 на 57. Вот их цена. В комплекте две штучки идет 15,99. Чуть побольше идут. 67 на 100. Два пакета в упаковке. Получается их цена. 19,99, две штучки, 67 на 100. Таким замочком они идут. И вот здесь вот для выпускания воздуха. Вот как раз для вот такого одеяла это то, что нужно. Но они такие шуршащие. Как раз пошли вешалки. О, мне как раз вот такие нужны были. Металлические. Они, кстати, я купила вот на днях, не выдержала уже, не доехала до Икеа. Я купила в Юске за 12 злотых 10 штук, здесь 5 штук, 14,99. Хо-хо. Но они там чуть-чуть по-другому сделаны, но, в принципе, вешалка и вешалка. Вот такие плечики я имела в виду. Я купила еще один набор в Юске. Они сейчас идут по скидке. 12 злотых, 10 штучек. Ничем не отличаются от тех, что я вам показывала в Икеа. Качественные, очень удобные они для летних вещей, которые тоненькие, не занимают эти плечики очень много места. Вот такие для более таких нежных вещей. Мне кажется, здесь они не будут так сильно вытягивать в трикотаже. И они покрыты велюром. Стоимость 3 штучки 14,99 злотых. Вешалочка, как написано, многофункциональная, то есть для чего придумаете. 3,99. Да. И вот такая тоже 3,99. Для галстука очень удобно. У кого много очень галстуков, 14,99. Вот такие вот пиленькие, черненькие приспособления. И обычные деревянькие плечики. 8 штук, 15,99. Такие пластиковые плечики, но они очень уж примитивные. 10 штучек, 6 злотых. В Юске я хотела купить такие, но они покруче, скажем так, сделаны. Там 10 штучек, 10 злотых. Вот такие деревянные вешалочки, плечики. 8 штук, 19,99 всего лишь. Странно как-то. И вот есть такие приспособления, которые, вот видите, одеваются на вешалочку.
для костюмов, чтобы было пошире. Тоже интересно очень. Вот они. Только что-то не вижу их цену. А, вот они есть. По 2 злотых. Ходят под все виды вешалочек. Кстати, прикольная, очень нужная штука для шин колес. Размер 65-22 на 65 будет 9,99. Можно их как раз подвесить, таким нужно хранить.